Номинация первое место, 14 тысяч гривен. А, еще сдается норматив по гребле. Судя по всплескам, бегемот. Михаил хочет что-то добавить, я чувствую. О, теперь показывают, килограмм он мокрый весит. Судьи турнира спят исключительно в спальниках Louis Vuitton. Благодаря вам, благодаря командам, благодаря людям. В этом году Double Game немножко изменил свой формат. Хотелось бы, наверное, об этом сразу же рассказать, потому что два предыдущих турнира происходили по двум таблицам. Это общий вес и по пяти крупным. В этом году мы решили немножко, скажем так, с нашей точки зрения, улучшить, турнир сделать более интересным. Разделить все-таки, так как никто этого не делал, прапор на две зоны, разделить зону, зона, которая ловит крупных рыб, разделить зона, которая ловит более мелких рыб, в большем количестве. Итак, мы сделали две зоны, это зона А и зона Б. Сейчас я назову сектора, которые будут участвовать в этих зонах. В зоне А это будет 7 секторов, это первый сектор, дамба, третий сектор, четвертый, шестой, восьмой и десятый. Мы считаем, что в этих секторах будет ловиться крыса. Будем надеяться. Что? Главное, чтобы она об этом знала. Да, она об этом знает. И зона Б это 6 команд, так как немножко не добрали один сектор, так как не понимаем еще, какой включить. Хотели включить 11, но на сегодняшний день мы не понимаем, что это за 11 сектор. Пускаем один лот половит, последним за ним, потом будем включать его. Да, 6 команд. Это Госдвор, это Остров, Троя, Столб, 2-1, 2-2 и 2-3. То есть второй пост. Как будет осуществляться распределение призовых мест в таком случае? То есть победитель зон, это первые места, будут бороться за первое и второе место. То есть они будут по общему весу сражаться. Вы выиграли зоны. По общему весу вы соприкасаетесь и делите с собой первое и второе место. Если же количество рыб совпадает, то лучший средний вес, соответственно, будет лидировать. Соответственно, так дальше. Вторые места будут сражаться за второе и четвертое место, третье места за пятое и шестое, и вниз пошло. Есть какие-то вопросы по этому? Что касается правил, я думаю, никому не надо ничего объяснять. По стандартной федерации карпового спорта, бережное отношение с рыбой, любим, уважаем друг друга, не грубим. Еще бы хотелось затронуть момент правил техники безопасности. Мы все знаем, мы все люди, можем где-то выпить, можем где-то еще что-то сделать. Пожалуйста, ведите себя культурно, прилично, ноги не ломаем, не падаем, на сижах не прыгаем. Были прецеденты, поэтому давайте будем более рационально в этом отношении друг с другом. Если напарник, видите, что у вас напарник немножко устал, пускай пойдет отдохнет. В соседнюю палату. Или в первую палату. Можно даже в машину его запереть. А если все участники команды, то делаем? Тогда мы на тарелочке ложимся спать. Вы победите. Турнир проходит 72 часа. Начинается он завтра в 8 утра. Заканчивается в воскресенье в 11 дня. 75 часов, начинается завтра 8, мы сделаем это какой-то сигнал, либо это Юра будет с оружием, либо мы пропиликаем. Ну да, заканчивается в 11.00. Что касается кормления тяжелое, мы начинаем в 9 утра и заканчиваем в 19.00. Коброй кормимся круглосуточно. В принципе, шары не запрещены, поэтому кормитесь тоже с 19, если входит шар. Кто хочет кормиться шарами. Флеты, понятно, кормушки всякого рода запрещены, то есть это
больше, наверное, 70. Все и так понятно. Что касаемо маркирования, было вопросы в группе касательно того, чтобы разрешить маркироваться с рассветом, с вечера. Мы считаем, что этот момент мы отклоняем, так как, объясню, мы не сможем проконтролировать всех участников команд, что будет происходить, кто-то скажет, я перематываю клипсы, перезаматываю, кто-то еще что-то скажет, поэтому любые будь они по воде разрешены завтра с рассветом. Чтобы ну, конкретно было... есть время там? А? Солнце встало. Солнце встало. Если у тебя в глазах солнце стало в 3 часа утра, пожалуйста, в 3 часа утра. Надеюсь, что не... А в 3 часа у некоторых может быть только закат. Можно материться, даже если кто-то телефон... Там с 8 утра можно на остров. На гору выйдете, там нормально. Короче, после 12 ночи... А со столба можно как бы в 3 уже начать. Да, да. Там светлее. Смотрите, касательно шапок. Есть предложение, сегодня ребята озвучили, кстати, мы об этом не думали, сделать шапки, ну, все сдали по 400 гривен, то есть 100 гривен уходит на биг биг, то есть на общий биг турнира, и 300 гривен это биг суток. Если все скажут да, то можно сделать просто по зонам, так как считается, что зона А будет более перспективна ловли крупной рыбы, согласно, можем разделить да. Как бы по зонам, беги да. Будут просто да, ну, немножко в зоны, получается, общем, да. Можно, да. Можно еще предложить да. Одно? Ну, это хорошо. По поводу биг-бига самого. Да. Давайте, может, не по 100, а по 200 с командой. На сколько получается? Ты сейчас сидишь на 2-2 и... Если, да, ну, на самом деле, финансово... Если никто не против, то давайте работаем. Не, я предложил просто, и все. Сдали уже, сдали. Я думаю, тоже сдали, как бы. Мы стулом можно? Вопрос, что мы стул с боксовской ставим. По зонам, а биг-биг общий. Да, почку не принимаем. Сутки разделим по зонам, биг-биг общий. Если зона какая-то договорится, вы можете между собой сделать и как бы в зоне разделить еще. Это уже ваши... Все, ну, организаторы не участвуют. Пятое место сумка рыболовная от компании Карпзум Маршал. И шестое место тоже сумка рыболовная от компании Карпзум. Первая рыба 10+, это сертификат от компании Fatfish на 500 гривен. Также есть у нас Bigfish турнира, кубки грамоты самосыпу. Еще есть очень интересный сертификат, не знаю, читали, не читали в группе. Карп Репаблик сделал такой интересный презент, достаточно дешевая штука. То есть вы фотографируете в хорошем качестве любую рыбу, там, ну, даже если не брать этот турнир, отправляете им исходники, они скажут в каком формате, и вам делают на деревянной основе, складывают как бы классную... А одна будет, да? Ну, а картина за них одна. Ну, все понятно, да, просто понятно. Да, да. 60%. У нас будет двое судей, мы их надеемся, что у нас все получится, и разделим по двум зонам. Это Филипп. Да, я тут. Зададим им жару. Да, телефоны, я надеюсь, все сохранили, я бросал их в руки, как бы специально, чтобы это было. Что касается взвешивания, мы считаем, что 2 взвешивания будет достаточно, это 8 утра судьи пойдут и 18.00. Если же в процессе турнира потребуется, чтобы это было еще в обед, то, соответственно, мы этот момент... Ну, а 10 мешков тоже позвонить? 10 мешков, 10 мешков. Да, подождите, давайте дальше, как рыба 10+, в любом случае вызывается судья, потому что мы будем... На улице тепло, будем сохранять. Амур любой, вплоть до 1,5 килограмма, как бы. И еще момент, зачет идет рыба от 1,5 килограмма. Я забыл, точнее, извините. Амур любой, и если заполнены все мешки, то, соответственно, тоже вызываем судей. И в мешки можно ложить рыбу до 3 килограмма, желательно 2,5, по 2 штуки. Можно, в этом можно делать.
По шапкам так. Ну, еще один момент организационный, да. Вот по вечеру такое предложение, чтобы судьи проехались по секторам. И да, команды между собой увидели, где зона сектора. Да, вы разложитесь часть карты. Посовещайтесь с соседями друг с другом. Да, решите, мы проедемся, как бы, да, судьи проедутся, покажут. Да, кому там по маркеру будет лучше. А что ты поставил маркеры? Ну, до этого, чтобы не получилось, что... Ну, мы очертим границу секторов на противоположном берегу, а там уже, я думаю, все будет с 11 вечера, как начнут просветать сразу. Так, единственное, смотрите, у нас отсутствует команда CarpNotDev, они сказали, чтобы за них идут сектора. Если никто не против, приступим к жеребьевке, команда вытащит Юра. Ну, что, да. Номер команды. Вот, жеребьевка классическая. Сначала... Не, ребят, кто еще, подождите. Вот, пожалуйста, номера секторов, список команд, номера команд, шарики. Есть желающие, проверьте, пожалуйста, чтобы все было правильно. Мы вам верим. Здесь количество команд, 13 шариков, здесь количество секторов. Не первый раз уже. Да, Юльчик, вы так. Юльчик, тащи номер команды. Что на Юре? Да, да, ну, Юрий, давайте. Без понятия. Пятый. Gold Team. Gold Quasar Team. Так это мы, Gold Quasar. Да. Юра. Вот это да. Ну, пацаны, с вас и стартер. Есть. По-любому. Охлаждённый. Ну, по двое или 10? Первый сектор. Супер. Дамба. Первая. Команду. Какая следующая команда? Сразу за забором. А, вот свою судьбу определяется. 13. Big Fish. Нормально. На входе. По 4 выпили, да? Сейчас. Давай второй тогда. Первый. Хост двух поздравляем. Во все тяжкие. Иди. Так, следующая команда номер 8. Ты ж брат. А, Ниндзя. Ой, Кирилл, давайте. Кирилл, только не остров. Восьминога. Юра, ох, Юра. Молчи. Остров. Где выдох? Это Юра, на гирку. Самый начал. Восьмой. Сразу отвозим детей. Давай пятый. Стол. И для следующей команды. Есть.
не ребят. Давай не балуйся. Давай, давай. А вы там были, да? Он договорил. Он Блэкфиш. Батя, американцы, наверное, это забронировали с того года всех, да? Опа, вытащи, вот этот. Какой? Дама. Да-да. А, в кубок, да. И следующую команду. Ты, да? 12. Юра, как на Z? Смотри, что там у нас? Юра, острова больше нет. 10. Вот это ты вытянул. И тут последняя получается. У нас остался сектор номер 6. Они сами себе лишь. Ставки сделаны, ставок больше. А четвертого нету, да? Уже вытащили. Так, давайте пробежим. Пробежимся, пожалуйста, кто что не слышал. Верфокарп, 6 сектор, Биг Стим, Стол, Мерифяне, 2-1, Ноунейм, Остров, Голден Тим, Голден Фазер Тим, 1 сектор, Блэкфиш, Дамба, Во все тяжкие, 3 сектор, Фишбратен, 2-2, БГКарп Тим, Полтава, 8 сектор, Любители, 4 сектор, Мейнкарп, 2-3, Карп Нотдет, 10 сектор, Биг Фиш, Хоздвор. Что ты вытянул? Все слышали? Все в порядке? Всем, господа, всем не хвоста, не чеши. Завтра старт 8. Давай, мы домой пока. Завтра старт 8. Хорошей борьбы. А где вы сели? А что ж делать это все время? А где вы сели? Ну, а что? Охренеть. А что ты хотел? Ты что? Водки там, знаешь, сели сколько? Я тебя умоляю, а ты к Юре обратись. А уважаемые гражданин, а вы принесли мне там 30 поваров попробовать? Я говорю своим. Слышишь? Давай 400 гривен. Давай. Блядь, что решать? Ну серьезно, они маленькие. Мы же нахуй глупые. Вот один, он второй, а мы где-то третий. Стул, стул. Сидеть же на ком-то надо? Так, вы остались. Не подождите. На бигфиш. Ладно, слушайте, будем делать. Короче, наймали нас, как обычно. А что у вас не больше? Два-три. Какой 2-3 выиграл? 2-3, блядь. А не 2-1. Вы, блядь, выиграли. Ёбаный стол. На углу сидеть. А ты что, задержал? Так, товарищи, прошла жеребьёвка. Обстановка просто нереальная. Правда, очень жарко. Сами посмотрите, ребята, команды хорошие, ребята колоритные, все веселые. Чувствую, 3 дня это будет сплошной ржач. Ну, посмотрим, что с этого всего получится. А ты не хочешь отнести вещи, переодеться и все-таки булькнуться в воду? Вот так вот сказать какие-то там слова и такой, ну все, бум, назад. Слышь, а тут есть пляж? Вот так, да. Старт завтра в 8 утра. По выстрелу из сигнального пистолета. До этого все с ружья занимаются своими делами. Погнали. Судить будем жестко, принципиально. Хабарей брать не будем. Сразу говорю, все будет очень на высоком уровне. А вон уже ребята по секторам погнали. По секторам. Разъезжаются, занимают места, раскладываются. Ладно, пошли за сумками. Только быстрее, быстрее, быстрее. А на каком 2? А на стол, бля, там же где-то. А, на стол 2. Да, на стол.
Нет, пляж уже не новый, он не участвует. Нет, у нас получается вот залив, да, выход. 10-й сектор. Потом идет залив, потом пляж и дальше пол. Да. То есть пляж сейчас закрыт, поэтому акватория справа у нас вообще свободна. Справа, то есть у нас. Тележку снимать? Так, судьи отправляются на ПМЖ. Друзья, сейчас я вам покажу наши шикарнейшие апартаменты. О, новые ступеньки. Новые ступеньки. Охренеть. Ну да, когда их не было. Холодильника не было. Мы сейчас включим. Мы сейчас вам свет. Гляньте, какая красота. Вот это в прошлом году я забыл снег. Ну и пошли. Доброе утро. Процессия. Доброе утро. Доброе утро. Да вроде нет. Пока нет. Только в холодильнике пока. Традиционное утро. Ладно, другой момент. А как она упала четко туда, вот, прям в стык? Мы не выпили не столько, а выпили. Ай, мужчина, ну что, прекрасный старт. Да будет весело. По идее, по нашему мнению, мы тут нашли, что хотели. Вот он, а там будет посмотреть, как покажется.
мастерство не пропьешь. Карповые дома. За рыбой к вам или куда? Поехали. Утро. Или уже день? Это уже, наверное, день. Вот тут покосили, хорошо. В прошлый раз тут жопа была. Ну это да. Доброе утро. А будет туда-сюда плавать? Да. То лучше плавать, чем ходить. Так вчера все обсуждали. Заседание, блядь, с организатором. Да, организационно. А я, блядь, знаю, что у него телефон был выключен, значит, ебать, все, пизда Виталька была. Ну что, посидел? Ну да, походу, там тоже что-то. Мы как раз одновременно набрали, я 2-1, 2-2. Тоже амурчик. Ага, стайка. Курва-амурва. Практически одновременно. Там вот пить еще надо. Да. 6. 4,5. Это что, это карта? Да. Второй раз надо отдать. Да, каждый раз. Ну что, до новых встречей. Сейчас нам надо выйти наверх. Тут-то здесь и там. Шалом. Там амуры, блядь, и карп один. Это наш, по-моему, да? Ну, пока такое. 4. Не, да это вот первый раз мы только вышли. Пока тишина. Интернет такой. 4G даже. Да. Может, потому что мы под столбом? У нас там вообще жопа такая со связи. Чисто.
пацаны, там вообще пушка. 7 минут жесткого боя. Пацаны, я хочу рыгануть быстрее. Адреналин, блядь. Я вылажу, блядь. Жека. Красава. Жек, я первую пошу потерпеть. Давай, я пока занимаюсь рыбой. Ты это самое. Так, что, сразу на сумку, да? Да, конечно, сейчас я это отфильтрую. Да, смотрите, что. Сзади аккуратно, парни, с камерой. А ну. Давай. Блять, сбрасывать свисячий. Вот он, 90. Нажми сейчас. Вот, перезавешивай сумку. 90. Рассет. Это 900. Есть 0? Да. Хорошо, положи. Наверное, змейку по бокам застегни, что он сейчас выел это. Да, потому что он творил там. Он подустал, честно говоря, я тебе скажу. Ну, 6,5 минут жесткого боя. Я только проговорил, никогда в жизни здесь амура не ловили. Ух, фан. Ну, а, чуть-чуть не дотягивает, да? Сколько? 9,950. Может, на три ноги перевесим, потому что у меня же рука, ну, тяжелая. Давайте перевесим, потому что, ну, блядь, пограничная ситуация. Ну, тем более, что призовая. Сколько, поэтому. 9,950. Да ёб твою мать. Ну, надо, Антон, надо еще раз тогда оттарить сумки. Сейчас, да, ребята, потому, помогут. Мне тяжело, на руку, говорю, надо. Ну, надо сначала достать его, оттарить, а потом еще раз. Да, да, да. Чтобы вообще. Куда ты по честному чесноку. Здесь. Ну, да, нормально. Ну, 50 грамм, блядь. Ну, это здесь. Рука трусится. А, вы в руках вешали, да? Ну, там, да. Ну, там я спокойно его взял. 6, 4,5 и 6. Надо достать. Кого? Перетарить, да, сумку еще раз. Сумку. Так это наша классика, ты что, мы всегда так. Есть? Да, сидим, и тут тупо паровоз. Кстати, вот это первая недосечка, вероятнее, в Серому тоже был. Валер, да? Он просто его не пробился нормально, не просекли его. Если что, да. Да. Крутится, зараза. Главное, по центру сумку повесить, хорошо. Ну, получается 9,890. Ну да. Да, ну значит. Все-таки, ну ничего. 9,890, ну и на этом. Зато ракета хорошая. Так, ну что, фото, да? Да, надо с табличкой даже. Сейчас обойдем, только может его полить немножко. Сейчас полю. Валерофан. Давай, дорогой. Ты, блядь, давай его в бережнике, блядь. Хорош. Блядь. Стои сюда, чтобы у вас там не было ничего. Да похуй. Блядь. Да. А ты протокол записал, не? Протокол нет. Ты какой-то вялый, блядь. Да ты смотри, как поснулся, блядь. Продувание по моим урокам сделай, блядь. Ля-ля-ля, ты смотри. Боже, блядь, амур, это... Слышь, ну тут вообще амур лютый какой-то. Давай, Миша. Угу. Есть? Да. А глубина такая, да, нормалек? Угу. Да. И саундтрек. I believe I can fly. Во.
чай его. Ну, понятно. Что кушал малыш? Ничего. Не успел. Вот это, да? Это номер один, да? Или какую? И спрашиваешь. Дай хоть прикрою. Твои покойницы точно появятся. Что спрашиваешь? Что спрашиваешь? Давай, давай, ладно. Скажу тебе пару слов. Как ощущение? Шикарно. Большая рыба, я не знаю. Но все пока супер. Хотелось бы, конечно, эту рыбку не потерять первую, но было нормально. Весело. Амур первый раз. На прапоре еще и такой. Весело. Все, спасибо за внимание. Михаил хочет что-то добавить, я чувствую. Миха хочет добавить. Изюминку, изюминку внести. Ну, с плаванием сошел. Мы так всегда оставляем, ничего страшного. Да, ебучие ребяхи. Ну что, еще сам? Ну, сегодня. Сегодня, да, пока видео надо поснимать туда-сюда. Сам себя не поснимаешь. А, ты уже на взвешивание? Бля, сумка там. Не, мы ж тот комплект на той стороне оставили. Что-то интересное там? А, тогда нам надо. Так это ж надо взвешивать обязательно. А, кстати, от скольки ж? От десятки ж у нас. От десятки, не, это, днем от десятки обязательно, да? Не, там же ж первая десятка тоже там. Сам приз. Я ж не знал. Первый, то... Ну тогда давайте взвешивать. Да, потому что там 9850. Я ж не был на жеребьевке. Так какие-то нашел. Давай ты. А давайте сейчас взвесим примерно ее. Если нет, я откину ее обратно. Ну, 11 должно. А весы есть? Я свои не пока, взвешу. Ну, я к тому хочу. Не бежит. Ну да, вдруг она не дотянет. А что там, какой-то приз? Ну да. Я, честно говоря, не помню, какой там, какой-то сертификат, но тем не менее. Сертификат какого-то магазина. Ну, все равно сам прикол, чтобы уже не было ажиотажа. А, подожди, мы же договорились, что бигфиш по секторам. Я не имею отношения. Это ж к этому сектору. Но десятки все равно нету. Да ну, не там, есть. там я имею в виду. Да, тюлень хороший. А протоколы? А, протоколы с собой, да? Протоколы, да. Ну, весы должны быть те. И сумка. Что, накидка это помогает от жары? Сколько получилось? 11 300. Ну, я думаю, что будет больше 50. Так,
назад пока, да, прямо? Да нет, сейчас быстро, это ж вот на шестом сумка лежит. Ну так позируешь вообще. Тихо, ты только не уходи. Он такой, что может и выпрыгнуть. Может камешочком накрыть? Молодой человек, что вы делаете в воде? Не сию. Мы какого амура поймали. Сейчас свечу даст. Женя, только не попай свечу. С труселей. Как он быстро идет на меня. Не давай, не давай, не давай. Поднять палки? Поднимай. Ох, ёпта. Как моя бывшая хрустит. Не-не, вправо пошел. Слышите, так может мы и лодкой потом пройдем под ними? Таким же образом. Под палкой, возьми. И сюда выводи его. Братан, нам его переплет. А, блядь, под этим, да. Не-не-не, под вот этой, под вот этой, под вот этой, под вот этой, под вот этой. Давай. Оп, есть, я поставил. Все, давай, он тянет. Бок, да? Ага. Пошел в сторону. Завать. Вот. Не пускай его завать. Он достанет. Слушай, а что за белое пятно у нас? Но это же не он был. А он, да? Не давай, он говорит, не нужно. Не, не, братан, я сейчас его разверну, а потом только буду на себя ловить. Я знаю. О, тебе. Опа, на этом топе смотри. О, есть. Поклевка? Да. Ух ты, ты посмотри, видишь? Проход. Проход пошел. Давай, спишь. Слышь, ну один хрен весы там, да? Конечно. Там это где? Ну, Мерифян. Как раз я снимаю. Тихо, тихо, лицо. Жизнь, не заход. Все сильно. А мы не мало. Ну, вот, типа, ничего пытаться дать. Валер, выдвини пацан. Ой, хорош. Ты видел? Хорош, блядь. Отходи. Такое впечатление, что ногтями вцепился. Держался ногтями. Парни, его надо взвешивать, потому что он пораненный. Ай, блядь. У него кровь идет. Да, где? Вырывай, беги для цепи. Ты их ну. Я игрушку. Нажимай ресет. А первая клубничка. Ресет нажимай. Подожди, это ОЗ. Артем, отходите. Что такое ОЗ, блядь? Это эти, юнит, нажми юнит. Юнит, нажми. Сейчас, сними ее. Вот, килограммы остались. Ресет нажми. А у нас этого нема, да? Не, нажми ресет. Шип, шип. Да, кстати. А, да. Все. Валер, давай. О, теперь показывают, килограмм он мокрый весит.